меньше времени трупом на прицеливание. Но смотреть надо в оба. Если увидишь белый шлейф, сразу бросай вертолет в сторону с обстрелом ловушек. Перед вылетом рекомендую запрограммировать выброс нескольких серий ЛТЦ с интервалом в полсекунды или менее. Мы летим вдоль реки Кубани, военно-сухумской дороги. Впереди виден город Усть-Джигута. Это местный райцентр, здесь относительно спокойно.